Я уже снимаю. Шел нахуй. И без ебла. Че, вот эти вот, эти чернила, да? Да, да, это не. Здорово, ребятки. Мы, короче, сидим с Тако. Тако как чмошник бухает пиво в Ниче. Саку. Пацаны бухают красную клину. И, короче, пришел мне с такой новостью, то что чернила обычные, которые продаются в магазине, покажи их. Говорит то, что вот эти чернила, короче, нормальная. Нормальная краска. Здесь. Говорит, что эти чернила типа нормально для помпового маркера подходят. Сейчас мы, короче, это проверим. Сколько они стоят? Там что-то 100 с чем-то. Ну вот, типа 100 с чем-то рублей. Не, нахер, на бумаге не будем проверять. Так, короче, мы тестим вот такой вот маркер. Энзеран. Пейнт маркер Энзеран 060. С чернилами с Мугаза. Сейчас попробуем сделать подтек. Подтек ни хера не делается. Я уже просто. А да, там еще краски мало. Так, ну что, мы ждем. Засекаем время. Посмотрим, через сколько высохнет. Мы тыгнули этим маркером. Он с раном 0,60. Залитым вот этими чернилами. Разбавлено немного растворителем. И не пробовали на баф? Да, мы еще не пробовали на баф. Уже времени много прошло. Сколько? Почти 20 минут. И он еще вроде не высох. Да, он еще не до конца высох. Он не сохнет. Короче, все вот это вот, все, что залито вот этим говном, мне кажется, все говно. Это все нихуя. Нихуя не работает, мне кажется. Пальцем стирается. Так что все хуйня, короче. Давай, не пробуйте, ёпта. Сейчас мы будем тестить кислоту. Кислота, короче. Смотри здесь. По идее, должна сохнуть быстро. Держи фонарь. На 5 миллиметров. Ой, 10 миллиметров. И на 20 миллиметров. Перо это классное, которое я показывал уже. И солтип с обычным пером. Ну, в солтипе есть много кислоты залито, поэтому можно делать классные потеки, можно без потеков. И, короче, мы ждем. По идее, она должна моментально как бы въедаться в стекло. И плюсы в кислоте то, что она вообще никак не бафается. Она просто въедается в стекло и ее вообще уже никак не убрать. То есть, грубо говоря, вечная тега. Что, короче, прошло примерно минуты 3, и мы будем проверять на ацетоне, сольвенте и на растворителе. Проверять будем на баф. Начнем с ацетона. Фу, воняет, блядь. Вот, короче, все стерли, и это все должно, как бы, по идее, проявиться. Все равно это никогда не сотрется. Это все равно останется навсегда в стекле, потому что оно его разъедает. Так, что у нас, растворитель? Растворитель. Давай пыхать, блядь, нахуй.
блядь, сильфин керосином каким-то воняет. Она 20 миллиметров нихуя не стирается. Он держится. Да, он короче, вот сквизак на 20 миллиметров, он вообще конкретно въелся. Его уже нихуя не стрет. И на баф мы еще будем пробовать на нож, попробуем скрипсти эту всю херню. Как видите, ничего нету. Я, блядь, делаю... Царапается только стекло. Ну, короче, если, блядь, провести ацетоном еще раз, или подождать еще немного времени, это все так же будет. Ну, на камере видно то, что все нормально, как и было. А так, если присмотреться, нихуя. Тут уже какая-то, блядь, краска пошла, блядь. Сука, это я ножиком, блядь. Другой стороной, блядь, ебать. Нихуя, короче. Короче, ребята, вот этот вот... Вот это вот хуйня. Вот это заебись. Короче, на 10 миллиметров это была кислота из сульфата натрия. А это из персульфата натрия. Ну вот, как мы видим, то что персульфат натрия, он пизжи. И вот победил, только, блядь, только блядь. Он годен. Потому что вот эта вот хуйня, она... Вот эта... Она появляется сразу, блядь, нахуй. И бафается, и сразу, бафается, блядь. Да. А вот это вот, он проявляется не сразу. То есть ты можешь тегнуть и подожди. Съебать, да. То есть, если до тебя доебутся, дымится он, хуя он дымится. Всяко бывает в жизни, нахуй. Кислота кислотой бафается. Это пока что. Вот, короче, кислота из персульфата натрия, вот она вот заебись. Это был Снайк. Обзор на кислоту и ебучее чернило Тако. Их, короче, вообще не надо никуда использовать. Максимум вот эти чернила, они годятся на пилотовские ручки для каллиграфии. Пилотовские ручки. Так они вообще нихуя себе не представляют. Ты, блядь, скажи, сука, то, что пробовал с этого Тако первый раз, нахуй. То, что, блядь, не знал, что будет на баф, не пробовал, вся хуйня, иди нахуй, заебал, не позорь. Да. Ну, блядь, Тако, это, блядь, начинающий, короче, чел. Мы вот будем снимать с ним вместе и будем рассказывать про то, что мы делаем, как бы бюджетные там какие-нибудь варианты и про пиздатую краску. В следующем выпуске будет Ультравайт и Монтана Спайдер. Давай сюда. Доброе утро, вандалы. Короче, вот у меня тряпочка с сольвентом, растворителем и ацетоном. Все вместе. Мокрое полностью. Сейчас мы попробуем стереть кислоту. Воняет еще дико. Ничего с ней уже не сделается. Это, короче, та херня, которую мы вчера тегали. А, короче, нихера не высохла до сих пор. Высохла только набав пальцем. Так что вот эти чернила, даже разбавленные с растворителем, который принес Тако, полное говно. Никогда его не заливайте в помпу и в сквизаки, вообще никуда его не запущайте. Пусть лежит дальше в магазине, не покупайте его никогда. Растворитель против чернил с растворителем.
Так он и ёпчик. Я, конечно, понимаю, что вы готовы что угодно залить в маркера, только для того, чтобы потегать. Но, блин, чернила эти из магазина, это вообще говно. Подписывайтесь, ставьте лайки, и все будет заебись. Всем удачи, чтоб вас там мусора не ловили и бабки не доябывались.